О, свиристели. Опять прилетели. И будут бухать опять пьяную рябину. Вон она как точит. В прошлом году, кстати, снимал. Тоже прилетали. Вот такие вот свиристели. Ну, они сидят тут на березе. Расселись. Такие вот. Свиристели. Это воробей, наверное, да? Вот это воробей, скорее всего. Ну да, скорее всего, воробей. Он такой шустрый. Он ест, походу, тут вот, да, березу. Что-то тут плоды какие-то ест. Вот это воробьи, да, воробьи. Вот, как не знаю, вот это вот, вон сидят, вон здесь. Это свиристели, которые были также в прошлом году здесь у нас. Ну и, походу, точит он ту рябину. Здесь рябина есть, вот она. В прошлом году ее так точили здесь, вот эту рябину. О, они, кстати, прилетели, да, вон она сидит. Это свиристели, сейчас будет рябину точить. Маленький снег тут у нас пошел. Ну давай, жри, падла. Рябинку бухай. Кстати, в этом году что-то рябина меньше было. Ну, сейчас ее чмок и заточит. Вот, кстати, не она, только одна, да, тут. Заглотила. Вон тут сколько летят, кстати. Они как точат, свиристели. Рябина, бухай она ее прям. Капитально жмут бы. Налетели они тут, опять прилетели к нам. Тут по Первому каналу показывали в прошлом году. То, что они как нажрутся этой рябины. И пьяные летают. А они полетели все. И они сели на березке. Сейчас посидят немножко, потусуются. И опять туда. Точить рябину опять заново. Как жрут ее капитально, хавает ее. Хопа, и там, хопа, и там, ну что, бесплатное бухло получается, да. Снег маленько мешает, тут фокс камера, конечно, идет. Ну да, хопа, хопа, набухал сейчас, смотри, еще раз, хопа, хопа, я как прям пивко глотаю. Да, вот это надо глотался нормально, тут рябина на книге. А что, у нас сейчас забродило, в принципе, рябина. Как там говорят ученые-то, химики, хопа, один улетучился, сейчас другой там. Тучится он тоже. Нажарится сейчас рябина. У меня сегодня, походу, там это, гулянка. Сегодня выходной день. Гуляют ребята. Сегодня снег породу валит вовсю. Поэтому. Да, они как-то жрут ее все. Ой, какой идиоты. Че ты? Че, говорит, нажремся сегодня, мы ночью вообще завтра с похмелья проснемся. Ну, сколько тут налетело. Они как кучка летает. Налетят только на рябину, опять улетают куда-то все. А потом вот сейчас опять прилетели. А, как вот за раз и точно. Неплохо, да? Бесплатно. Бухло. Все собрались, сидят. Бухло заглотали. И сидят тут сейчас. Кучка выясняет, там башка накружится капитана. И вот так вот свиристели и опять прилетели. Конец 2014 года. В нашем городе Сергач. Ну да, если они налетят тут. Все. Тут еще один вертушок прилетел. Вон тут, вон здесь он. Еще один. И как налетчики такие. Хопа. Хопа, и точно. Хопа, один улетел. Ну, набухается и улетает. Вот их фигня какая интересная, да? Нажрутся, главное, наверное, все, и уматывают. Как тебя звать там? Справа или слева? Откуда вы прилетели вообще? С какого края? С какой области нашей страны? Свиристели. Вот такая вот метель в нашем городе под названием Сергач. Сегодня у нас 28 или 29, не помню число. Ну, по крайней мере, вот такая вот метель дует. Вот тут тачка дикая какая-то. Десятки тут катит. Ну, такая у нас погода. Ну, в принципе, тепло. Вон еще один вертушник прилетел. Минус 13 градусов показывает здесь. Что-то он все мотается, не пойму. Шум какой-то подозрительный. Они тут у нас рядом сидят. Вон они тут все. Оказывается. А, такие вот сидят. Ну, по-моему, тепло выходит из квартиры, конечно. Свиристели, бля. Какие засвиристели прям. А, сидят, нажрались рябины. Ай, бля.
Куда он сел? Куда прилетел? Хер знает. О, пиктировщик. Прилетел. Вон он. Точно.